На следующей неделе все анапчане смогут принять участие во всероссийской акции «Диктант Победы». Традиционно курорт станет площадкой для проверки знаний местных жителей в области отечественной истории. Учреждения, где участники напишут «Диктант Победы», уже выбраны. В этом году она также будет проходить 3 сентября и призвана еще раз, так скажем, сверить часы по знанию истории, обратить внимание на то, что никто не забыт и ничто не забыто. Это важно для нас, для подрастающего поколения, поэтому в эту акцию будут вовлечены абсолютно все. Это и образовательные учреждения города. У нас она будет проходить на территории 11 школы в селе Супцех и в станице Гастагаевской, школа номер 15. В учреждениях культуры, в учреждениях СПО нашего города. В этом году победители акции будут выбраны на федеральном и региональном уровнях. Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф. На всех площадках будут соблюдены требования Роспотребнадзора. Анапчане пройдут термометрию, уже закуплены антисептики и средства личной защиты. Места распределят с учетом соблюдения социальной дистанции.